Сегодня будем играть в двери, но я буду монстром. То есть мы будем играть в прятки, но я буду охотиться на вас в виде такой страшной фигуры и не только. 3, 2, 1, 0, я начинаю охоту на вас. Я не успел спрятаться. Так, здесь никого нету. Вот ты и попался. О, что я тебя съел? Вам нужно выжить со мной целых 5 минут. Это невозможно. Это возможно, наверное. Хотя я не проверял. Я уже иду. Я думаю, что здесь кто-то точно спрятался. Здесь тоже. Ага, может кто-то рядом с картиной спрятался? Тут тоже никого нет. Какой хороший тут диван. Какиш, куда пошел? Все. Боже. Все, я ищу вас. Может кто-то за шкафом? Там тоже никого нет. Так, а это кто там? Какую-то саблю я видел. И желтую голову. Он где-то здесь. Он, кажется, на лестницу, наверное, залез. ВК-билдер, а ну-ка. Сейчас догоню и съем тебя. Осталось еще 3 человека и 3 минуты на выживание. Что это тут такое? Опять? Смотри. Ага, фау портал попался. Еще одного съел. Осталось 2 участника только. Так, тут замок, его до сих пор никто не открыл. Осталась 1 минута, где вы все? Почему так сложно вас найти? Я чуть тебя не попал. Ой-ой-ой. Осталось 30 секунд. Тут кто-то. О, попкетик. 4, 3, 2, 1, 0. 2 человека выжило. Попкетик, есть сюда. Я боюсь. Прячьтесь от меня. Так, где-то здесь я видел, кто-то есть. Так, а здесь? Тут тоже никого нету. Ладно, пойду дальше. А вот и какие. Так, побегу дальше. Может кто-то на этом кругу спрятался? Ага, фал-портал. Фал-портал, обернись. Ох! Так, я уже нашел 2. Иду дальше. О, это что за руки? Прикольно. Так, ну здесь никто не спрятался. Я сам бы здесь не прятался. Тут так жутко вообще. Так, 48. Нет, тут никого нет. Я уже добежал до самого конца, и здесь никого нету. Ладно, побегу обратно. Привет, руки. Кто остался? Скажите. Я вас сейчас найду все равно. Паштет! А вот и паштет. Дайте подсказку, где вы спрятались? Вон там. Ну, где-то там, короче. Там, где-то. На вашем месте, да. Ладно. Стоп! Это что там за рука торчит? Туда можно зайти, что ли? Куда я попал? Куда я попал? А, на монстра. Монстр напал. Меня съел другой монстр. Это как там? Какой-то смайлик меня съел. Попкетчик, я тебя вижу, вот ты. Хоть меня и съели, но я тебя вижу. А ну-ка. Да, я тебя нашел, я тебя вижу, но я не могу тебя съесть, потому что меня поймала какая-то сила. Помогите, меня съел этот слаймик, но я тебя тут вижу, ты здесь. Да-да-да. Теперь я превратился в амбуша. Да нет, прячьтесь, у вас есть 1 минута. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Все, я бегу, ха-ха-ха. Так, здесь тоже никого. Где вы все спрятались? Я... О, кот Нубик, ха-ха-ха. Давай, испугайся. О, я вижу кого-то в шкафчике, фау, портал в той же комнате. А, я сломаю шкаф, но съем тебя, короче. Я не могу пройти сквозь шкаф, почему он такой крепкий? У меня рот весь сломался. А у портала давай выходи по-хорошему. Не.
Я в шкафу теперь буду жить. О, ты вышел. Теперь тебя съем. Так, еще одного я съел. Ну столько времени потерял. Ладно, я пойду дальше. О, меня попал. А сколько у нас времени осталось? Еще 3 минуты у вас. О, попкастик, здорово. Так, где же вы все? Вот какая-то запертая дверь. А, я там уже был. Тут картины никто не хочет ворвать. Так, иду назад. Кажется, все сзади где-то там спрятались, а я тут быстро пробежал и никого не заметил. Ага! Стоять! Куда бежишь? Так, здесь никого. Я в конце сижу. Ты в конце сидишь? Да. Я думаю, ты меня обманываешь, и ты в самом начале сидишь. Поэтому я иду с самого начала проверять. И здесь никого... А, какие же ты в самом конце, да? В самом конце, прямо. Ну и вот я поймал всех, и на этом у меня все. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. А вот интересная битва строителей, в которой мы строили двери. И также интересные видео, в которых мы проходили двери. Но с вами был Геймс, всем пока.